4 ноября в нашей стране отмечают один из главных государственных праздников – День народного единства. Во всех городах России проходят концерты и фестивали. В Химках на разных площадках округа прошли праздничные мероприятия. Ярко и масштабно праздник отметили в Лунёво. На сцене Дома культуры артисты от мала до велика. К этому празднику они готовились тщательно. Представили свои лучшие номера – фольклорные, эстрадные и хореографические. Сегодня у артистов важная миссия – показать нашу многонациональную страну. Наш концерт был построен так, чтобы прослеживалась именно история. История нашего народа, история нашей культуры, история костюмов. Сегодняшний концерт действительно показал, что мы едины. Едины в жизни, едины в песне, едины в танце. Изюминкой праздника стало выступление артистов в традиционных костюмах, которые есть в наших регионах. Каждая участница фольклорного коллектива представила наряд определенной губернии – Воронежской, Рязанской, Тульской, Вологодской. К слову, все костюмы были пошиты по музейным образцам. У всех разные участницы, разные и участников, разные костюмы. То есть вот мы специально сделали так, чтобы был вот не однородный коллектив, а именно у всех каждый свой. Вот да, по месту рождения мы воронежские. Мы должны сохранять вот эти традиции и держаться вот за это, потому что людям интересно. Коллектив у нас называется «Дом культуры Лунёво». Существует уже больше 40 лет. Поем мы песни разных областей России. Любовь к традициям прививают с детства. И тому доказательство – семейные династии артистов, которые выступают на сцене Дома культуры. В общем, у нас от внучки до бабушки все как бы заняты. И все участвуют в этом празднике. Здесь каждая и танец, и каждая песня прекрасна по-своему. И костюмы, и у деток, и у взрослых. И в единстве мы сильны. День народного единства в России отмечают с 2005 года. И главная задача праздника – объединить людей и показать, что несмотря на культурные и религиозные отличия, мы – единый народ великой России. Юлиана Мазырина, Вильфрид Демковский. Новости Химки ТВ.